Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Военный обзор, я Иван Савин. Старожилы данного канала хорошо помнят обзор снаряжения снайпера из Battlefield 4. И вот спустя много лет я решил повторить данный экспириенс и рассмотреть снаряжение из игры Call of Duty 2019 года, более известную как Call of Duty Warzone. И перед тем, как начинать, я хочу поблагодарить всех, кто помог мне в создании данного видео. Подогнал снаряжение, экипировку, замотивировал и поддержал обзор рублем на Patreon и Boosty. Без этих людей данное видео никогда бы не вышло в свет. А если бы вышло, то оно было бы абсолютно иного качества. Поехали! В конце 2019 года произошел перезапуск серии Call of Duty Modern Warfare, сюжетная часть которой была негативно воспринята российской аудиторией. За откровенно антироссийский сюжет, странную мотивацию главных персонажей и отсутствие обещанной серой морали. Однако при всех этих моментах в Call of Duty 2019 к детализации русских персонажей отнеслись толково. Солдаты носят горки, тельняшки, противогазы ПМГ нерех, бронежилеты Ford Технологии, камуфляжи ВСР-98 Флора, ЕМР Лето, цифра Флора, экипировку от корпуса выживания и знаменитый РПС СМЕРШ. Скажите спасибо Грейшопу, он же Орион Спец. Но на момент 2019 года, в котором происходят события игры, практически все эти образцы снаряжения устарели. Разные подразделения спецназа и вооруженных сил России практически ничего из этого не используют. В качестве образца для обзора мы возьмем базового исполнителя фракции Альянс. Внешне он напоминает бойца СОБРа на момент 2010-2014 года. Ознакомимся с ним поближе. Че такое? Я не планировал так далеко заходить. Мне, чтобы продолжать обзор, мне нужно выбраться отсюда. Кто бы мне... О, это же разведос! Саня! Александр! Саня! 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 Вытащи меня отсюда! Саня! Я застрял! Все это, друзья, конечно, охуенно. Но я так и не понял, блядь, какого... Приступаем непосредственно к обзору. Как было сказано ранее, армия Баркова, или российская армия, в игре имеет очень узнаваемый и аутентичный образ. Достигается такой эффект благодаря наличию реально существующей снаряги. На некоторых бойцах и их снаряжении присутствуют аббревиатуры и логотипы, отсылающие к реально существующим подразделениям и производителям снаряжения России. Например, этикетки ВЛК можно считать отсылкой к производителю СРВВ, он же корпус выживания. Невнятные иероглифы на сухарке СМЕРШа очень похожи на лейблы Союз спецоснащения. А тут явное сходство с эмблемой Ford Technology. А знаменитые СФБ, думаю, всем известные ФСБ. Вероятно, таким образом разработчики хотели достичь максимальной аутентичности и в то же время снять с себя ответственность по вопросам копирайта. Но непонятно, зачем коверкать ФСБ? Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу и прочие догадки.
В остальном уровень копийности практически идеален. Найти реальные образцы снаряжения по скриншотам не составляет труда. При поверхностном осмотре сразу узнается знаменитый шлем Алтын, бронежилет Defender 2 от Ford Technology и, конечно же, горка. Казалось бы, все просто и незатейливо, но я такие вещи стараюсь досконально изучить и разобрать. Параллельно посчитаем, сколько это стоит, как вы и просили ранее. Перейдем к деталям. Очевидно, барковский спецназ носит костюм горка, причем не простую, а с велкро, на клапанах карманов, на которые якобы прилеплен ИК-отражатель. Единственная горка с таким же велкро называется Горка 3 Федерал, производство именно Murder Tag. На ней как раз есть велкро, а вот ИК-отражателя у меня нету, поэтому я просто вырезал небольшой кусочек черного велкро и прилепил его. Вроде очень похоже. Кстати, это не первое появление горки в играх. Вполне логично, что русские войска часто представлены в играх именно в ней, благодаря изобилию пруфов. Из-под разгрузки у СФБшника выглядывает жилет от Ford Technology. Вроде бы Defender 2, с каким-то кастрированным напашником. А возможно, это вообще жилет Redut. Но я решил использовать тут классический черный Defender 2 с напашником из Orion Spets. Жилет Defender 2 середины нулевых годов состоит на вооружении управления АЦСН ФСБ РФ, более известного как Альфа. Комплектуется четырьмя стальными бронепластинами. Носитель в укомплектованном жилете защищен по 5 классу бронезащиты. На момент принятия на вооружение жилет Defender 2 был одним из самых лучших российских бронежилетов. Обладал исключительным удобством, высоким классом защиты и дополнительными модулями в виде защиты шеи и паха. В нулевые годы практически ни один ведомственный или армейский бронежилет не имел таких преимуществ. И только в середине 10-х у Defender стали появляться весомые конкуренты российского производства. Поверх брони мы видим разгрузочный жилет. Под подсумками и прочей экипировкой нелегко определить его реальный прототип. Однако характерное правое плечо для упора приклада, велкро для патча на левом плече, регулировка по росту и бирка ВЛК на спине полностью копируют внешний вид жилета V2 от корпуса выживания. Также такой жилет присутствует не только у СФБшника, но и у некоторых других бойцов из игры. Сам жилет является модульным. Благодаря стропам Молли его можно укомплектовать под любые задачи. Таким образом, бойцы с автоматом, ПП и дробовиком носят один и тот же жилет, но с разными подсумками. Все подсумки, как и жилет, произведены корпусом выживания, также известного как СРВВ. Это российский производитель экипировки, существующий с 1992 года. Определенному кругу лиц он хорошо известен своим камуфляжным рисунком Сурпат, который уже появлялся в серии Battlefield и сейчас в Call of Duty. Вернемся к жилету. Разгрузка накидывается поверх брони и соединяется с пистолетным ремнем V1, на котором в свою очередь установлены два подсумка под 5 выстрелов ВОК и подсумок для сброса магазинов. СФБшник с автоматом несет на себе следующие подсумки. Под магазины используются 2 АК FAST и 1 АК VRAP 4. Подсумки принципиально отличаются по вместительности и назначению. Первый вариант актуален для быстрой перезарядки, второй же не является быстрым. Зато вмещает сразу 4 магазина. Такой тип подсумков актуален для перезарядки в укрытии или когда нет необходимости в быстрой смене магазина. Обратите внимание, в игре вне зависимости от типа оружия из подсумков торчат сливовые магазины под АК-74 калибра 5,45 на 39 мм, в то время как в большинстве случаев в игре фигурирует конкретно автомат АК с металлическими магазинами. Для вторички в виде пистолета на правом плече установлен подсумок FAST PLC-2. Ничего необычного, просто подсумок под магазины типа Glock или Ерыгина. Сам пистолет расположен в кобуре, установленной на набедренной платформе. Платформа крепится прямо на поясной ремень и фиксируется двумя ремнями на ноге. Наиболее похожей кобурой я счел универсальную кобуру Дельта. Вновь вернемся к разгрузке. Под правой рукой расположен подсумок КПН-2 под две гранаты. Застегивается он на Fastex. Клапан можно отрегулировать под разные гранаты. Внутри имеется фиксатор для скобы взрывателя, что позволяет зафиксировать гранату внутри. Под левой рукой расположен подсумок под радиостанцию РПМ. В принципе, место подходящее для радиостанции. Антенна сильно не мешает и сохраняется хорошая доступность радиостанции. И последний элемент на разгрузке – это подсумок для документов. На нем, как визитная карточка, установлен патч. Ладно, шучу. Конкретно же на него лепится патч со знаменитой аббревиатурой СФБ, который по индивидуальному заказу мне изготовил Егор из East Military.
сетевой игре, вне зависимости от модели исполнителя и вида штурмовой винтовки без дополнительных перков и обвесов, но с подствольным и гранатометом, игрок получает 2 магазина на основное оружие, плюс 1 в автомате, 2 магазина под пистолет, плюс 1 в пистолете, 1 выстрел в ок, 1 ручную и 1 специальную гранату. В то время как на самом деле вместительность такого жилета является 6 магазинов АК плюс 1 в автомате, 2 магазина для пистолета на груди плюс 1 в кобуре и плюс 1 в пистолете, 2 ручные гранаты и целых 10 выстрелов в бок плюс 1 в подствольнике. На спине же носится рюкзак, который называется рюкзак для спецопераций 30-литровый. В простонародье его часто называют бобер. Данный рюкзак был разработан корпусом выживания еще в 2003 году по заказу ФСБ РФ. Рюкзак оказался настолько удачным, что он попал в госзакупки, и производить его по госзаказу для нужд армии и ведомств начали Московский союз спецоснащения, Питерская Ана Тактикал и ряд других подрядчиков. Сука, блять! На этом месте я закончил подбор оригинальной снаряги и стал замещать позиции, которые счел не столь важными в сравнении с предыдущими. СФБшник использует полнопалые перчатки с защитой костяшек неизвестного мне производителя. В качестве наиболее похожих я выбрал полнопалые перчатки Rage из Orion Spets. В качестве защиты колен — наколенники X-Form, опять же из Orion Spets. Обут СФБшник в ботинке американской компании Oakley. Вероятнее всего, это SI Assault 8-inch Boots. Я же заюзал берцы ВКПО, мод 906 от компании Faraday. Отдельный обзор в углу экрана. Голова СФБшника хорошо защищена знаменитым шлемом Altin. О нем на канале есть дополнительное отдельное видео. В углу экрана есть ссылки на него. Но говоря вкратце, Altin является визитной карточкой российского спецназа, особенно Альфы. На шлеме носятся баллистические очки. СФБшник, видно, очень богатый человек, ибо у него хватает денег на ESS Turbo Fan с вентилятором. Я же не богач и взял очки Трек, как самые похожие. Интересный факт, при захвате Крыма российские военные были именно в этих очках. Но носить их на голом шлеме не совсем удобно, так как они просто соскальзывают и не сидят как надо. Но в некоторых случаях СФБшник носит на шлеме чехол черного цвета, на котором легко закрепить ремень от очков. Совсем другое дело. На очках тоже есть свой чехол. Причем во флоре. В реальной жизни мы имеем чехол Века М от Mordor Tag. Шлем собран и готов. А вот нож я замещать чем-либо не стал и решил вовсе обходиться без него. Но для тех, кто интересуется, в игре на поясе висит Gerber Strong Arm Fixed Blade. Да конечно! Благодаря моему задротству я смог собрать полный комплект, практически идеально совпадающий с тем, что было показано в игре. В процессе сборки комплекта многократно удивлялся тому, как разработчикам удалось детально воссоздать внешний вид всех элементов экипировки. При том, что Orion Spets, он же Grace Shop, посылал Activision только горки со смешами и парой армейских 6-6-112. Потом я совершенно случайно вспомнил, что где-то уже это видел. Оказалось, что разработчики из Activision просто копернули фигурку бойца Альфы в масштабе 1:16 от бренда Super MC Toys. Шлем, броня, подсумки и частично даже их расположение копирует игрушку. Вначале я-то думал, что разрабы серьезно изучали хронику, фото и видео о русском спецназе, но на деле все оказалось гораздо проще. Однако вышло добротно и аутентично, особенно на фоне остальных оперативников, представленных в игре. Отбрасывая игровые условности, СФБшник оказался хорошо бронированным и экипированным юнитом, несущим большой БК, подствольных гранат и какой-либо дополнительной экипировки в рюкзаке. В то время как вероятные противники в разного рода легких плейтах типа GPC с открытой и незащищенной головой, обутой в кепку или вовсе без нее. И весьма ограниченным боекомплектом, рассчитанным под обычное стрелковое вооружение. Если дополнить бойца под сумками, позволяющими носить еще как минимум 6 магазинов к автомату, то можно было бы сказать, что комплект собран по всем канонам ведения городского боя, где подразделение важно обеспечивать высокую плотность огня,
и в то же время иметь повышенный уровень защиты личного состава от осколков, пуль и прочих поражающих элементов путем применения бронешлемов и бронежилетов с большой площадью защиты и высоким классом брони. Но даже эти приятные факты не спасают СФБшника от критики. Согласно лору игры, на дворе 2019 год. В Узбекистане русская армия. А теперь для сравнения, приблизительно так российские войска выглядели еще в 2014 году. Так в 2019. Вот так они выглядят в Сирии. И вот так выглядит в Карабахе в наши дни. Налицо присутствие совсем другой формы одежды и экипировки. А вот это кадры с оперативниками московского СОБР «Рысь» и других силовых ведомств, не относящихся к армии. В принципе, понимаете, к чему я клоню и на кого больше похожа Барковская армия. Можно, конечно, списать все на то, что люди Баркова на самом деле некий аналог ЧВК Вагнера. Оттого так и отличается от регулярной армии. Даже гражданских мучают, как ЧВК Вагнера. Правда, не увязочка. Вместо ставшей классикой кувалды и лопаты под музыку ГСН «Оборотень» применяются поистине изощренные методы. Типа казни сразу троих садыков, подвешенных на балку, поднимаемой строительным краном и совсем без музыки. Давайте-ка взглянем на фотографии настоящих ЧВК, взятых с телеграм-канала РСОТМ. Джамба, о! Ничего общего, тоже не похоже. Ну, нет, не похоже. Тоже не похоже. Совсем ничего общего. В то же время, несмотря на все несостыковки, несоответствия, критику, откровенно дебильнейший сюжет, внешний вид русских в этой игре, он просто, ну, 10 из 10. Из всех игр серии Modern Warfare, да и вообще Call of Duty в целом, здесь разработчики достигли самой наибольшей аутентичности и качественности в отображении внешнего вида русского бойца. Кстати, недавно в сетевую игру завезли новый донатный скин российского ФСБшника в штурмовом бронежилете и штурмовом бронешлеме с забралом. Давайте-ка сейчас рассмотрим, на что он похож. Если смотреть поверхностно, то боец очень-очень напоминает бойца из московского СОБРа «Рысь». То есть черное снаряжение, шлем с забралом, сурпат. В общем, очень-очень добротно. Давайте-ка рассмотрим все снизу вверх. Итак, прежде всего это форма в сурпате, напоминающая старый добрый комбат от корпуса вышивания, который уже давно не делают. Далее, черное снаряжение, две набедренные платформы с подсумками под магазин, с кобурой под пистолет, напашник большой смоле, жилет разгрузочный, опять же таки тот же самый V2, что и был в обзоре, сумка сухарная, в чем-то напоминающем флектарн, явно из комплекта СМЕРШ, болторез на спине, штурмовой шлем. Рысь, он также радифицированный и, в отличие от Алтына, имеет исполнение в черном цвете, насколько я знаю, если не ошибаюсь. Можете поправить меня в комментариях. И надо сказать, что вот этот вот образ шлема с забралом, светоотражающие повязки, камуфляж типа сурпат, это очень хорошо соответствует реальному внешнему виду оперативников, которые работают с организованной преступностью. Но вот этот вот оперативник мне опять же таки что-то напоминает, и я вот не могу точно. Сейчас перед вами игрушка в масштабе 1:16. Оперативник СОБР «Рысь». Все то же самое, что и в игре. Блин, это второй раз, когда Activision тупо копирует внешний вид игрушки. Я не понимаю, почему нельзя было все это изучить по фотографиям и видео, которых в интернете ну много. Бабок-то тем более тоже достаточно. Вы также наслышаны о том, как Грейшоп, он же Орион Спец, помогал Activision в создании этих моделек. Помощь была сильно условно ограничена. То есть обратился специальный посредник, который сказал, что нам нужно от вас получить оригинальное настоящее снаряжение, которое использует спецназ СОБР ОМОН. Это снаряжение было поставлено. Далее
о каких-либо услугах Орион Спец Activision не спрашивал. Вот так вот. То есть получили шмотки, а остальное мы сами уже додумаем, разберемся, как это должно быть. Такие дела. Очень-очень долго я шел к созданию конкретно этого видео. Во-первых, очень долго дожидался некоторых позиций из представленной экипировки в наличии. Очень долго ждал, пока будут сняты ограничения в связи с карантином в Москве. И очень долго искал, где бы найти холостых патронов для кадров, которые я не использовал ранее в своих обзорах практически никогда. Расскажи, как это было трудно. Сейчас на дворе 28 градусов или сколько там. Я в брезентовой горке и в черной снаряге чувствую себя просто охуительно. Джамбо. Хочу выразить отдельную благодарность корпусу выживания за то, что предоставили мне разгрузочный жилет с подсумками. Орион Спец, также благодарность за предоставленную одежду и бронежилет с шлемом. Отдельной благодарности достоин Артем Гончар, покойный Мэнни Раша и ныне живущий Мэнни Нот с канала Мэнни Нот, за организацию съемок, выезда полевого и так далее. Подписывайтесь на его канал, который будет, ну не знаю, здесь в описании или где-нибудь здесь в аннотации. И личному составу канала Military Hyenas за предоставленные СХП, с которого я мог пострелять своими патронами, которые, в свою очередь, помогли мне приобрести бустеры и патроны с моего Патреона и Бусти. Если вам очень понравилось это видео, рекомендую ознакомиться с моим каналом более детально. Вот, собственно говоря, пара видео, которые могут быть вам интересны. Благодарю вас за просмотр, за то, что досмотрели видео полностью. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и смотрите мои остальные видео. До скорых встреч. Пока.